меня. Чтобы утолить свое любопытство. Так, ты ее знаешь? Сегодня увидел впервые. Рассказывай, что ты затеяла. Ну... Где ключ от моего дома? Ты обобрала мой труп? Да, все так. Увидела, как ты упал, и решила. Наконец-то я приберу к рукам все ценное в твоем доме. А может, и сам дом. Но тут бродит слишком много турсов, так что оставлю ключ тебе. Прощай. Фу, оставьте меня в покое. Постой-ка. Сначала отдай ключ. Ладно. А ты ловкая особа. Знаешь кристальные пещеры близ Ульдора? В них есть убежище и другие дверги. Там безопасно. Ладно, пойду туда. Вот ваш дурацкий ключ. Спасибо, что уж. Где-то здесь мне попадался тот символ из тайника. Найду его, найду и убийцу. Со всей этой суматохой мне было не до размышления о Рагнарёке. Когда грянет буря? Завтра? Или в далеком будущем? Думаю, скорее второе. Локи сидит под замком за то, что наверняка помог похитить Бальдра. Его сын тоже скован моими цепями. Но, Сурд, пророчества гласят, что он сыграет свою роль в Рагнарёк. Но сейчас он всего лишь похититель моего сына, а не провозвестник Сумерек. И все же, когда я спасу Бальдра, то вернусь в Асгард и сыграю. За все ответь! Замка.
Ничтожество! Сейчас рванем! Смерть идет! Так, тот, кто проводил обряд, успел побывать и здесь. Убийца ищет Йотуна и огненного Турса, чтобы закончить дело. Турсы убивают турсов. Записи об обряде. Его проводят ночью. Тут идет речь о предмете под названием Салакар, что на языке альвов значит «сосуд душ», кажется. Это его забрали из тайника? Убийца переводит альвские письмена. Тут сказано, что следует пленять лишь самый могучий хуг. Thank you.
письмо от Синмары. Тот, кого я ищу, действует скрытно. Обо всем знают только Синмара и суд. Здесь отмечен тот самый тайник и еще одно место. Выходит, обрядов было два. А ты легка на ногу, Эйса. Преследуешь меня? Так ведь от тебя столько пользы. Благодарю за помощь с тайником. А теперь скажи, что здесь творится? Я чую дурной запах и иду по следу. Прямо как ты. А ты что здесь ищешь? На днях Синмара отправила моих лучших воинов к тайнику, а мне ничего не сказала. Они не вернулись. Твои подозрения привели тебя в правильное место. Скажи, кто здесь хозяин? Его зовут Кальдер. Он сведущ в магии. Вы, асгардцы, зовете это Сейдом. А здесь он занимается своим ремеслом. Нет, тут он занят не Сейдом. На Сейд оно не похоже. Он использует нечто под названием Салакар. Это часть жестокого обряда. И судя по тому, что я вижу здесь, будут новые жертвы. Дверги, йотуны, даже вы. Не знаю, о чем ты говоришь. Конечно. Мачеха презирает тебя и не верит тебе. Отец всего лишь не доверяет. Пока. Но нет сомнений, со временем ее ядовитые уста научат его и ненависти. Это все ложь. Ложь. Ты пытаешься настроить меня против них. Ха. Просто почитай записи. Сама все увидишь. Куда это ты? Искать загадочный Салакар. Он нужен твоему отцу. А значит, я смогу выменить на него своего сына. Кальдер отметил на северо-востоке место, окруженное водой. Если он задумал провести там еще один обряд, я выясню, чем так ценен этот Салакар.
где-то здесь. Думаю, с крыши будет далеко видно. Самоцвет. Дверк говорил о таких. Веди меня, Мимир. Владыка Кальдер, если позволишь, мы вернемся к Эйси. Нет, пока вы нужны мне здесь. Это воины Эйсы. Что ему от них надо? Ты ее помощник, верно? Да, эта честь принадлежит нам троим. Я сразу выделил тебя. Ты смел, решителен. Иди сюда. Сыны Ивальди глубоко почитали Сигрун и Хальстейна. Если для обряда нужны те, кого чтят и уважают, то Кальдр зовет этого Турса на верную смерть. Надо бы подобраться поближе и все как следует рассмотреть. Надо как-то подобраться к Кальдеру. Быть может, найдется какая-нибудь уловка. Ah!
Нет! Хватай за локоть! Пусти, он мой! Убейте! Кальдер бежал на северо-запад. Проклятье! Смерть идет! За ним. Но вряд ли они далеко. Кальдер бежал на северо-запад. Эйса за ним. Бежал на северо-запад. Эйса за ним. Помчалась за Кальдером, словно гончая.
Но он куда опаснее кролика. Может, удастся найти их следы? Сюнин, разведай местность. Эти глупцы преградили ей путь. С какой силой его впечатали в камень? Судя по всему, он погиб сразу. Других тел на пути Эйсы нет. Этот погиб последним. Несколько ран. Этот пытался бороться, но недолго. Эйса догнала Кальдера. Он пытался удрать, а его воины вступили в бой. Но Эйса смела их с пути, как буря. По телам ясно, куда двинулась Эйса и Кальдер. А что еще важнее, где Салакар? Нужно идти на запад. Покажи мне все. Кажется, будто они принесли сюда все пламя Муспельхейма. А Фрея еще спрашивает, отчего я не хочу показать ей их унылое пепелище. Эйса и Кальдер бились здесь. Пролили кровь. Две пары следов. Одни широкие, кто-то убегал. Другие ближе друг к другу. Неровные, залиты кровью. Похоже, этот прихрамывал. Эйса и Кальдер сразились здесь. Он взял над ней верх. Глупая ты девчонка, Эйса. Твой гнев ослепляет тебя. Она ранена, но не смертельно. Пошла вслед за Кальдером на тот холм. Покажи мне. Ни Эйса, ни Кальдера. Они шутливые глупцы Йодана преграждают мне путь. Им бы бежать, но нет. Стояла повозка. К ней кого-то тащили. Этим совсем недавно кого-то связывали. Еще мертвые. Для них Рагнарёк уже наступил. Копье Эйсы. Брошено. Неужто Кальдер и его приспешники победили? Эйса погналась за Кальдером в лагерь.
Слепо рванулась в бой, хотя силы покинули ее. И поплатилась за это. Она ворвалась сюда, калеча глупцов, что встали между ней и Кальдором. Но глупцов было куда больше. Раненую Эйсу обезоружили, одолели и сковали. Потом Кальдор швырнул ее в повозку, как мешок с репой. И, похоже, они отправились туда. Что же Кальдор собирается делать с плененной дочерью Сурта? Нет, не может быть. Теперь на север. Нужно найти Кальдора и Салакар. Ради Бальдра. Что ты видишь? Возможно, Бальдр не одобрил бы меня. Жестокость, на которую я иду ради него. Они с Эйсой молоды, чисты сердцами, но наивны. Однажды они повзрослеют и поймут, как жестока жизнь. Но пока они еще не обрели мудрость, так что им придется полагаться на меня. И потому мне все же придется замарать руки. Вот здесь они повернули к реке. Эйса! Это опять ты, ярость бури? Искушаешь судьбу? Я сегодня не погибну. А как насчет тебя? Ах, да. Я помню, как ты любишь показывать, что живешь гордо, не ведая страха. Возможно, тебе еще не ясно, что представляет собой Салакар. Довольно болтовни. Отдашь его по доброй воле или тебя заставить? Страх неведом тому, кто не встречался с ним. Я проучу тебя и заберу дерзкую хук Эйсы. А затем Салакар будет совершен. И тогда, поверь мне, ты познаешь страх и боль. Прямо как твой сын. Отчаяние и слабость. Шар асы не видят тебя Зачем Сурту все эти хук? И для чего ему нужен Салакар? Говори! Зачем? Хочешь закончить мой труд?
Тебе так не имется страдать в последние минуты жизни. Я не боюсь. Зря стараешься. Он ничего не скажет. Да и не нужно. Теперь мне ведомы его тайны. Ты их жаждешь? Отойди. Стой, или я уничтожу Салакар. Змея! Вот как? Из нас двоих лишь ты предал свой народ. Все это ради Сурта. Такая верность — признак сильных Хук. Турсы, которых ты принес в жертву, ты отправишься к ним. Он не солгал? Ты хочешь наполнить Салакар до конца? Сурт не отдаст моего сына в обмен на безделушку. Значит, ты пойдешь до конца. Но где он? Скольких еще ты лишишь Хук? Ради Бальдра, хоть все живое. Даже в Асгарде. Это слова ужасного правителя и бескорыстного отца. В этом вы с Суртом не схожи. Ты хочешь вновь обрести сына, а я помешать своему отцу. Любой ценой. Ты с этим справишься? Да, но не без твоей помощи. Для Салакара нужна Хук подходящего Йотуна. Кальдра я не нашел. Пойду поохочусь. Поступай, как знаешь. А я пока что поищу свою приемную мать. Попробую разузнать, с какой целью отец искал Салакар. Разумеется, изобразив раскаяние. Возьми. Мне понадобится способ найти тебя перед боем с отцом. Безделушка связана с тобой? Сначала мне хотелось использовать тебя. Но теперь я у тебя в долгу. Если бы не ты, я никогда не узнала бы, на что способен мой отец. Он обманул наш народ. А потом использовал. В своих целях. Я не прощу его. И потому мы союзники. В Асгарде союзник значит друг. Не торопи события.
Интересно, кто из этих двергов подскажет, где искать Йотуна? Быть может, если я послушаю их болтовню, то почерпну крупицу мудрости? Надо вернуться в убежище. Быть может, дверги помогут мне отыскать Йотуна, чех Хук достойно Салакара. Пойди, приди. Зачем? Может, потом я не проснусь. В любой момент турсы могут ворваться сюда, порубить нас и скормить... Что, понравилось унижать нас? Помогите мне, и я вам такую сагу сложу, что она и Рагнарёк переживет. Но прежде найдите мне Йотуна. Зачем? Затем. Мне нужен сильнейший Йотун в Свартальфахейме. Как насчет правой руки Сутунга? Мальвик. Она здесь из-за нас. Она неплоха. Задала жару твоему сыну Видеру, а? Видер еще себя покажет. Но зачем Мальвик понадобились вы? Так ты знаешь, и я не Брамер, и он не Лом. Позволь представиться. Фьялар и Галар. Якобы убийцы Сутунгова отца. Кажется, он пытался перепить парочку двергов, а потом с хмельной головой оступился и сломал шею. Ну а Сутунг обвинил во всем нас. Но, к счастью, мы добыли мед. Да не простой мед, а особенный. Сутунг, как ты знаешь, мед очень ценит. Так что мы обменяли мед на наши жизни, а потом какой-то гнусный воришка стащил его. Наверное, Локи. Он всюду замешан. Кто бы это ни был, Сутунг не нашел вора, так что он решил выместить гнев на нас и послал за нами Мальвик. С тех пор мы прячемся. Тут никому не доверишься. Продадут. Она нас пока не нашла. Найдет. Мальвик очень опасна, даже для тебя. Но мы можем сравнять шансы. Иди на север, там стоит наш старый дом. В озере затонул. Наверху найдешь стол, а на нем чашу. Чашу? Ну да, чашу. Ах да, чашу. Это чаша великой силы. Она может... Чашу я принесу. Что потом? Покажем, чем она хороша против Мальвик. По рукам. В любой момент турсы могут ворваться сюда, порубить нас и скормить зверью. Я на месте. Вот старый дом Брамера и Лол. Или как их там зовут? Надо как-то попасть внутрь. Похоже, придется слегка вымокнуть.
чудесная чаша должна быть где-то тут, на столе. Ничего. Должно быть, меня кто-то опередил и украл ее. Да была ли чаша вообще? Замучала сама Мальвик! Тебе конец! Сразись со мной! Они прислали ворона с вестью, где тебя искать! Оставь в живых одного врага, и все услышат о твоем величии! О нем и так всем известно. Может, я найду кого-то, кто еще не слышал? Отвечай, где искать Мальвик? Что? Что мне за это будет? Пока не знаю. Скажу одно. Чем дольше ты тянешь, тем дольше будешь умирать. Ступай к плотине на западе. Ты ведь пощадишь меня? Беги, до встречи. Никакой встречи не будет, уж поверь мне. Вспоминается мне, как мы с Фрик странствовали по таким вот диким краям. Прохладные ночи вдвоем под звездами. Она тоже любила уединение. А еще больше битвы и риск. Но началась война с ванами. Мне пришлось взять Фрею в жены, чтобы все кончилось миром. Но в тот час кончилась не только война –